1 июня в 27 школах городского округа Люберцы открылись летние городские лагеря. Ребята здесь проведут 21 день. Как проводят время в лагере при 27-й школе, расскажем в сюжете. Скучать воспитанникам школьного лагеря «Юный путешественник» некогда. Каждый день для них организовывают развивающие игры, творческие конкурсы и занимательные задания. У нас очень в лагере весело и интересно. Все начинается у нас с динамической зарядки по утрам. Вот сегодня у нас был модный приговор. Воспитанники вместе с воспитателями создавали с помощью подручных средств какие-то костюмы, наряды. На пришкольном участке спортивные эстафеты, танцы под зажигательную музыку и шоу мыльных пузырей. Мы весело играем, дружим. Я завела очень много друзей и... Мне очень нравится, вкусно кормят, мне все здесь нравится. В лагере работают кружки рисования, музыки и технологии. После развлекательной и образовательной программ – вкусный обед. Каждый день разные блюда. Я ребят поспрашивал, как вас кормят. Они все радостные, они просто улыбки, счастье, что здесь очень вкусно. Спрашиваю, добавку просят? Да, добавку просим всегда. Дают? Дают. Здесь люди добрые. Лето для того, чтобы можно было ребятам отдохнуть, набраться сил и идти в школу 1 сентября уже с силами, где-то с новыми знаниями. Потому что они здесь в том числе знания приобретают. В летнем лагере при 27-й школе 120 человек. Всего в городских лагерях Люберецкого округа отдыхают 3500 детей. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.